Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть футбол вместе с вами. Сегодня Вест Хэм встречается с Уотфордом. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки как никогда, я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Хозяева к этому матчу подошли с лучшим показателем в лиге по забитым мячам. Да, очень раскрепощенно они обычно действуют в атаке, забивают много и с удовольствием. Думаю, сегодня они нас не разочаруют и покажут свой высокий уровень. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Состав команды гостей. У них тоже один форвард и усиленная линия полузащиты. Конечно, можно было бы усилить нападение, но, как говорится, тренеру виднее. Игра началась, смотрим. Абдул Рахман Баба. Эрик Дайер. Дэнни Инкс. Есть вариант развития атаки. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Нужен навес. Навес в штрафную. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбил. И открывается партнер под атаку. Навес в центр штрафной. Штанга! Дэнни Инкс. Повезло сопернику, конечно. Здорово он пробил, но попал в штангу. Попытка обострить игру. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было неточно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Эрик Дайер. Пере Понс. Дэнни Инкс.
Будет навес. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отвести. Хороший пас во фланг. К дальней штанге летит мяч. Хорошая была ситуация. Вот только навес этот. Жака! Отлично! Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой. Трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Перепонс. Ингс. Харри Магуайр. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Опасный удар головой. И рядом со штангой пролетает мяч. Перепонс. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. И пробил игрок. И пробил. Команда проходит пытку угловым. Выдержит. Центр штрафной, подан мяч с углового. Ну, в принципе, игра остановлена штрафной. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Штанга! Много бьет команда, старается, но пока без результата. Пытается перегнать количество в качество. Вот только вопрос, хватит ли на все времени, а? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Эрик Дайер. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Терпеливо ждут они своего шанса. Ингс наносит удар игрок. Удар! Пониже бы мяч пусти. Врсалько. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Филиппе Андерсон. Есть удар! Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Выбивает мяч игрок.
Жака. Жака! Этот удар опасности для голкипера не имел. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Нет, не дошел этот пас до адреса. Гранит Джака. Он накручивает соперников одного за другим. Это мимо. Рубен Диеш. И открывается партнер под атаку. Плохо сыграно, мяч потерян. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. И подает штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Эрик Дайер. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Эдмилсон Фернандеш. Гранит Джака. Как он работает с мячом! Всех обыграл! До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Перепонс. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Атака сильнее в этом моменте оказалась. А сейчас вперед можно выйти. Удар? Ну точно. Такого момента в этом матче у них может уже больше и не быть. Хороший получился удар, вот только точности ему немного не хватило. Абдул Рахман Баба. Эрик Дайер. Перепонс. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. 1-0. Сейчас будет веселее. Перепонс. Дэнни Инкс. 4 минуты. Ничего себе. 4 минуты. Это много. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. Вестхэм флангом атакует. Свободно. Филипп Андерсон.
Перепонс. Дэнни Инкс. Эрик Дай. Абдул Рахман Баба. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Удар! Не сильно получился удар. И мяч у вратаря. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Ну что, все было в этом первом тайме, пожалуй, кроме забитых голов. Как же так, Константин? Атакуют, атакуют. А голы-то где? Георгий, ну согласись, даже несмотря на то, что мы не видим такого количества голов, которые ожидали от этого матча, игра-то смотрится, игра яркая, насыщенная. И будем надеяться, что во втором тайме команда... Дождь, конечно, сегодня проливной, и самое главное, выдержит ли поле. Насколько мне известно, да и не только мне, дренажная система у этого газона в полном порядке. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Дэнни Инкс. Инкс. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тестем флангом атакует, свободная зона там есть. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И выносится мяч из штрафной. Здорово сыграла защита. Не прошел этот удар. Эрик Дайер. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Может получиться интересная атака. Эдмилсон Фернандеш. И есть вариант, куда сделать пас. Харри Магуайр. Мяч в аут ушел. Свежего игрока в игру выпустить сейчас. Заброс вперед. Рубен Диаш. Курт Зума. И вратарь забирает этот мяч. Харри Магуайр. Эрик Дайер. Перепонс. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Потери и у соперников. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Абдул Рахман Баба. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Мяч у соперника. Вестхэм флангом атакует, свободная зона там есть. И правильно, долой мяч из штрафной. Курт Зума. Пошли последние полчаса игры. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Эрик Дайер. Инкс. Надо забивать и сравнивать счет. В офсайде оказалась команда. Готовится выйти на поле свежий футболист. Думаю, его задача будет грамотно сыграть на удержание преимущества, хотя иногда такие футболисты не попадают в игру.
Костас Манолас. Врсалько. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Харри Магуайр. Пере Понс. Эрик Дайер. Нет, не дошел этот пас до адреса. Плохая игра в обороне. Преимущество у атакующей команды сейчас. Мяч перешел к другой команде. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Вестхэм флангом атакует. Свободная зона там есть. Защита первая на мяче. Вынос. Гранит Джака. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Арбитр на линии был прав абсолютно насчет офсайда. Да и атака не несла серьезной опасности. Тактическая замена от одного из тренеров. В усилении играть сейчас явно не нужно. Вест Хэм готовится исполнить угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Удара ждем. Накрывает этот удар игрок. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Абдул Рахман Баба. Пере Понс. Эрик Дайер. Уотфорд атакует флангом. Там есть где разбежаться. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И подает в штрафную. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замена у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Пере Понс. Эрик Дайер. И подача туда, в сторону ворот. Хороший вынос мяча из штрафной. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Подача. Чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. Много еще играть. 10 минут. Эрик Дайер. Пере Понс. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Есть удар! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Пере Понс. Харри Магуайр. Абдул Рахман Баба. Пере Понс.
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Врсалько. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Абдул-Рахман Баба. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Донован. Жака! Блокирует удар игрок. Перепонс. 2 минуты добавляют. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Филиппе Андерс. Навес в штрафную. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Мяч перешел к другой команде. Игра закончена. Ну что, основной итог сегодняшнего матча. Футбол состоится в любую погоду. Сегодня мы увидели футбол. Действительно, игра получилась очень веселая и насыщенная. И погодные условия никак на результат не повлияли. Сыграли действительно очень хорошо.